Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. В Омске недавно появилась редкая супружеская пара. Поженились 91-летний участник Великой Отечественной войны и 75-летняя пенсионерка. Познакомились новоиспеченные молодожены в Нежинском геронтологическом центре. В том, что любви действительно все возрасты покорны, убедилась наша съемочная группа. У них за плечами долгий и непростой путь. Дмитренко Василий Тимофеевич – ветеран Великой Отечественной войны. Служил минометчиком на Дальнем Востоке. После более 40 лет проработал на железной дороге машинистом. Его супруга Эльвира Михайловна Добровинская – тоже ветеран, но уже труда. Работала бухгалтером на заводах, занималась преподаванием. А вот замуж пенсионерка не выходила, не могла найти подходящего человека. И уже надо мной все смеялись, какого ты принца ждешь. Я говорю, на белом коне. И вот неожиданно тут, и в не очень, как говорится, радостных событиях, встретился человек, настоящий принц на белом коне. Такое счастье, какое я сейчас имею, мне кажется, каждая бы женщина желала. Каждая. Не было счастья, да помогло несчастье. Пенсионеры познакомились, когда у Василия Тимофеевича умерла жена. В тот трудный момент именно Эльвира Михайловна его поддержала. Сначала просто дружили, позже появились чувства. Причем сперва у него, ветерану войны, пришлось добиваться любимую женщину. Она очень честная, трудолюбивая, справедливая. Это таких женщин очень мало. Она сразу, конечно, не дала согласия. Где-то месяца два все думала. Не знаю, с кем советовалась. Но факт то, что думала. Затем дала согласие. Где мы решили соединить наши сердца вместе до конца нашей жизни. Теперь молодожены живут в отдельной квартире в доме геронтологического центра. Долгих лет жизни в счастливом браке им желают Елена Зубарева, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.